Уборка снега во дворах занимается управляющей компанией, а потом именно туда следует обращаться в случае наличия претензий к качеству работ. Каждая компания должна иметь график уборки и предоставлять его жителям. Периодичность чистки дворов прописана в договоре управления домом. Эту периодичность можно пересмотреть либо путем увеличения размера оплаты за содержание и ремонт, либо без увеличения платы за счет перераспределения расходов с других статей договора. А контролировать исполнение обязательств управляющей компании имеет право совет дома, который должен быть в каждом многоквартирном здании.